Всем здорова, с вами Драгот, и сегодня я покажу, как пользовался донат-магазином на серверах проекта The Lost Ark. В принципе, донат-магазин здесь довольно простой, но есть люди, которые не понимают, как пользоваться различными бонус-кодами и так далее. Вот поэтому я все покажу и расскажу. Для начала, естественно, заходим на сайт магазина и выполняем вход в ваш аккаунт Steam. Так, входим. Как только вы вошли, естественно, можно зайти в инвентарь и ввести промокод. Промокод будет указан в описании. Промокод на 100 рублей. На 100 рублей в нашем донат-магазине. Изначально, когда вы только-только заходите в донат-магазин, вы получаете 50 рублей на счет сразу, автоматически, без всяких кодов и так далее. То есть, в принципе, 150 рублей на самом старте это довольно-таки неплохо. Плюс вы можете получить бесплатно сову. То есть, я сейчас все продемонстрирую. Пожалуйста, магазин, extension. И вот, пожалуйста, где она? Вот она. Стопроцентная скидка на сову. Сумма 0 рублей. Сову можно получить только один раз. Сразу говорю. Все те, кто попытаются получить ее два раза, просто-напросто не смогут. Она не будет им выдаваться. Так что не будьте хитрыми засранцами и все-таки не надо писать, что я не могу получить сову второй раз, что такое. Сова получается только один раз выдается. И все. И больше никому. Только одному игроку и один раз. Все. Так, переходим, естественно, к самому магазину. Допустим, я хочу... Что я хочу? Ну, допустим... Допустим, кнут. Хочу кнут, да. Купить себе кнут. Пожалуйста, нажимаю купить. Все. Больше ничего не надо делать. У вас уже все куплено. Вот, пожалуйста, заходим в инвентарь. И видим, что в данный момент у меня, скажем так, в облаке магазина висит бензопила и кнут. Следующие, естественно, этапы будут проводиться на сервере, так что переходим на сервер. Также в донат-магазине присутствует 5 разновидностей кейсов. Это оружейные, тег-кейсы, тег-комбинейшн, тег-сидл и рейдовый набор. Сейчас мы с вами каждый из них откроем. Давайте начнем с самого простого, с оружейки. Что нам может выпасть с оружейного кекса? Тьфу. Кекса, кейса. Сразу видно, да, что человек не играет в CSGO. Нам может выпасть с вами помповый дробовик, арбалет, притом в количестве 3 штук, пила, лонгчек в количестве 2 штук и композитный лук. Ну что ж, давайте откроем. И... Показать. А, стоп, нет. Играть. А, понимаю, понятно. Выбираем один из представленных. Просто первый раз их здесь открывает уже, и довольно интересно, что выпадет. Давайте вот это. И... А, понятно. Понятно, с деньги списываются, и нам сразу все переходит в инвентарь. Кстати, выпал лончек. Неплохо, неплохо. Потом посмотрим, какой он выпадет. Давайте откроем следующий. Следующий у нас какой? Т. Отлично, сейчас на него идет скидка 25%. Оттуда может выпасть трансмиттер, репликатор, генератор, сет тег брони или криокапсула. Ну, отлично, открываем. И давайте любой ткнем, допустим, вот этот. Все, да? Да, все, деньги списались. Смотрим, что выпало. Т-генератор, слушайте, это довольно хорошо. Довольно хорошо. Учитывая, что Т-генератор стоит 450 рублей, а мы, считайте, его с вами получили за 337. То есть экономия все-таки есть. Но тут уже все зависит от вашей удачи. Мог, в принципе, и текст это выпить. Это было бы тоже классно. Так, следующий у нас на очереди это Т-амуниция. Что оттуда выпадает? Оттуда выпадает опять-таки трансмиттер, винтовка, сет тег брони, тег меч и тег рейлган. Ну что ж, давайте запускаем. И снова нажимаем рандомную. Так, деньги списались. Отлично. Инвентарь. Тег-винтовка. Тег-винтовка, друзья. Это хорошо, это замечательно. Ух, блин. Сейчас поднимемся с вами. Мне очень хочется узнать, что выпадет в рейдовом наборе. Так, тег-седла. У нас, получается, есть на Мегалодона, на Тапижару, на Дрейка, на Рекса и на Мозазавра. Блин, вот я был бы доволен, если бы мне выпало на Рекса, на Дрейка или на Топижару.
Но на топижары лучше Вадиму, блин, с другой стороны, тоже хорошо. У нас топижара мощная, так будет еще мощнее. Все, что отлично, запускаем. И снова, короче, крутим, выбираем это. Отлично. И так, заходим снова в инвентарь. Топижара. Шикарно. То есть... Такое ощущение, что то, что я выбираю, то и выпадает. У меня появляется такое подозрение. Давайте сейчас проверим. Потому что, блин, ну там же реально было, да, седло на топижару. Да, я нажал сюда, и мне выпало седло на топижару. Такое ощущение, что ты выбираешь, что будет падать. У меня есть подозрение. Давайте сейчас проверим это в рейдовом. О, классно. Так, у нас получается здесь рипер. Одна штука. 100 С4, 50 Т-гранат, 50 ракет. Один мех. Это неплохо, это очень даже хорошо, учитывая, сколько он теперь стоит по крафту, то это вообще замечательно. Три композитных лука. Черепаха. Текседлона Рекса. Это, я так понимаю, у нас Каркина с собирацией вроде очень похож. Вроде бы да, это он. И каменный голем. Ну, шикарно. Вот давайте даже сейчас проверим насчет этой теории. Нажмем специально вот сюда, где меха, и проверим, что выпадет. Запускаем. Нажимаем сюда. Деньги списываются. Инвентарь. Нет, смотрите-ка, да, все-таки рандом есть, а то я уже испугался, потому что я помню, что вроде бы я и здесь везде нажимал на эти предметы, и мне выпадали как раз-таки они, я испугался, что походу кейсы сломаны. Но нет, все работает просто замечательно. 50 Т-гранат, это просто замечательно. Это... Можно дать просрача, в принципе, на раз-два. Так, ну и, естественно, переходим на сам сервер для получения этих ништяков. Ну что ж, вот мы с вами перешли на сервер. Здесь команды тоже довольно простые. Открываем с вами чат, ставим восклицательный знак и пишем русскую букву М. Так, я сказал русскую. Отлично. Вот у нас открывается, скажем так, приветственное окно, но... И показывает, что у нас есть. Что у нас сейчас есть один кнут и одна пила. То есть в сумме всего лишь у нас две вещи. Вот. И тут уже что мы хотим получить. Допустим, я хочу вначале получить пилу. Следовательно, я ставлю слэш. Пишу give по-английски. Ну, в принципе, видно, что не по-русски. Глупо как-то объяснил, но в общем, неважно. Пишу give и пишу цифру 1. Потому что пила шла первым номером. Нажимаю enter. Пожалуйста. Вот я получаю пилу. Кстати, хорошая пила, блин. Вот, и то же самое с кнутом. Пишу GIF и пишу цифру 2. Пожалуйста, вот и кнут. Тоже легендарный, фига себе прокнуло. Вот так повезло. Теперь можно будет отлично собирать черный жемчуг. На, берем. Вот, на этом, в принципе, все. Больше показывать нечего. Все ссылки в плане на магазин и бонусный код, который будет давать вам 100 рублей, все это будет в описании. Также все это есть в группе ВКонтакте. Вот, но, в принципе, думаю, лучше все это выложить внизу, чтобы сразу все могли с видеоролика скопировать и вставить, нежели заходить в группу и все, всем вот этим заниматься. Вот. А с вами был Драгот. Если вам это видео было полезно, надеюсь, что было, то ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Драгот. Всем удачи и всем пока.